Сегодня, в преддверии праздника 9 мая Победы, проходит наш митинг, в котором мы несем вахту памяти. Вечный огонь, который привезли с Москвы, с могилы неизвестного солдата. И открывается, конечно, с обелиск Стелла, солдату-защитнику Отечества, который защищает наше Отечество в мирное время, защищает наше Отечество за рубежами нашего государства, на рубежах нашего государства, внутри государства, в горячих точках. И мы отдадим эту дань сегодня, в этот день. В преддверии 70-летия Победы состоялось торжественное открытие стелы «Верным сынам Отечества посвящается», созданной по инициативе Губахинского союза ветеранов боевых действий и военной службы. Убежден, что без крепкой исторической памяти будущего у нации не может быть. Поэтому каждый год мы будем собираться здесь, в канун праздника, непосредственно 9 мая, каждый год мы будем вспоминать наших героев и чтить их память. Почетное право открыть стелу предоставляется ветеранам боевых действий. Ветеранам войны в Афганистане Клемешову Ивану и участнику боевых действий в Чечне Нурсултану Денису. Праздник вас все, дорогие братья и сестры, с Днем Победы! Гранату возглавляют ветераны боевых действий Анатолий Семенов, Антон Сибирцев, Виталий Ткаченко, Михаил Минин. Это организация, в которой в свое время я стал первым председателем, стала самой лучшей нашей первой страны. Наконец-то, через 16 лет после победы, мы реально увидим свой прекрасный память. Я приехал сюда приехал со своим другом из города Героя Смоленск, певцом Алексеем Журавлевым, и он хочет выразить свое поздравление вам строками с песен. 20 лет, как нет войны, но не спится по ночам, не определить цены детям, женам, матерям. У моей страны большой неоплаченные счета тем, кто мир домой принес. Друга вынес на руках, от Кандагара до холма прошел тропой длиной в жизнь. Обелись имена тех, кто со мною там служил, им не лежать под золотом среди красот гранитных плит. Им, Господом, даровано смотреть на землю сверху вниз. Очень много губачинских ребят служило вооруженных сил. Очень много 12 десантников, много пограничников. Много ребят, которые служили в Афганистане, Чечне, других локальных конфликтах. И все они достойно пронесли честь воина, честь Губахинца. Никто из нас не сдался в плен, никто не струсил. Да, мы завтра будем праздновать 70-летие со Дня Победы. А сегодня мы находимся на священном месте, на месте, где мы сделали все, чтобы осталась вечная память о тех, кто не вернулся с полей сражения. Вечная память тем, кто защищал нашу Родину в тылу врага. И как символ того, что мы помним, знаем, любим и чтим, мы тогда приняли решение, что быть такой памяти в городе Губахинино.
Я счастлив и рад, что я вижу и участвую в этом мероприятии. С праздником всех кубахинцев! Спасибо, что вы сегодня здесь. Присоединяйтесь. 9 мая в праздничном шествии приняли участие многие жители города с портретами своих дедов и прадедов, ветеранские организации, кадеты и военно-патриотические клубы и представители силовых структур. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы городом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.